давай. Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня пришла посылка. И вот под последним видео многим не понравилось то, что я снимала с детьми, то, что они прыгали, скакали. Сегодня у меня только будет со мной Оксана. Остальные еще в школе, в садике, поэтому без детей будет. И будет, надеюсь, потише. Ну, Катя, уроки делать за компьютером. Так, посылка пришла с Германии от Оли. И сейчас будем. Я ее открыла заранее, потому что тут много всего. И мне будет Оксана по одной давать. Давай. А тут даже бумажки, ребята, написано. Насте. На бумажке написано Насте. Как-то бы поближе так показать. Это рюкзак. Ты тоже, Катя, хочешь идти сюда? Нет, не хочешь. Рюкзак, слушайте, классный рюкзак вообще. Во, я теперь свой тот рюкзак заменю на этот, потому что вот тот при морозе очень твердый становится и неудобно. А этот мягенький, с кармашками, с такими. Спасибо огромное. Что? Такой классный рюкзак. Что-то. Просто рюкзак, давай. Угу. Ого, а я не знаю, что это такое. Это наверное, наподобие маршмеллоу. Да, вот такие вот. Катя, она показывает камеру. Ты там ближе будешь. Дальше. Ложи сюда. Это же вкусно. Не кидай так. Две, мама, их. Две их? Ну. А, нам уже, по-моему, такие прилетели, да. Если я не ошибаюсь. Не. Все тихо. Они разные опять. Кокос и орех. Катя, она покажи. Это конфетки. Подожди, подожди. Вкусняшки. Вот так вот сюда тут разложим. Дальше. Тихо. Егора пришел. Поздоровайся всем. Здрасте. Тут написано опять Настя. И это, видимо, джинсы или джинсовая юбка. Так. Да, ребята, это джинсы. Классно. Спасибо огромное. Это вот такие вот джинсы. Я потом обязательно в конце видео померю и скажу, подошли они мне или нет. Но должны подойти, мне кажется. Такие классные, срезайте со стразиками. Я вижу. Так. Дальше. Я вижу. О, Оксана по сладостям решила идти. Тут целый пакет разных сладостей. Сейчас я буду вам... Так, вот такие вот показывать. Там пингвинчики. Подожди. Так, тут вишенки, по-моему, да? Или тут смесь какая-то? А там смесь всяких червячки, дельфинчики. Вот с другой стороны, разверни, там лучше видно будет. Ой, опять у детей запасы сладостей надолго хватит. Спасибо вам огромное. Опять что-то маме? Опять Насте? А тут даже две вещи. Ну, давайте распечатаем. Мы тут пакеты пока на пол кидаем, потом... Слушайте, это опять джинсы. Это опять, ребята, джинсы. Одуреть, у меня теперь несколько пар джинс. О, они стрейчевые. А эти? А эти нет. А вот эти вот стрейчевые, смотри, растягиваются. Спасибо огромное. Я себе джинсы вообще... Да я в последнее время вообще ничего себе не покупаю. Поэтому как-то это вообще прямо... 48, 30, 52 размер. И вот такие вот черные, тоже стрейчевые. Слушайте, классно. Спасибо огромное. Давай. Это мое. Так. Это Ване и Марине. Туннельчик вот такой вот. Катя, покажи поближе. Мы раскрывать сейчас пока не будем, а потом вечером, когда они придут, мы обязательно раскроем. Дальше. Настя. Что-то нынче прямо все меня, что ли? Нет, там разное. Открой. Покажи упаковочку, как красиво запечатали. Поверни, поверни упаковочку. Человек-паук. Мама, вот знаете, у нас Человека-паука любит Егорка. Мама, это вообще. Хочет? Так это маме. Подожди, мама, откроет. Ты будешь свое распечатывать. Лампочка, ребята. Спасибо большое. Покажи, Катя. У нас такая лампочка уже приходила. Они у нас почти во всех комнатах. Еще в нескольких комнатах надо заменить. Давай. Так, это Маша. А Маша там внутри вот такие заколочки. Вот заколочки. Катя, покажи заколочки. Маша потом придет, но Машеньке отдадим. Давай отдельно так же оставим. Потом Машенька придет. И Маше отдадим.
Ты решила по самому тяжелому? Давай что, полегче, что ли? Так, давайте. Всем! Всем? Елка нарисована и смайлик. Сейчас открою. Ножик, Катя, вообще-то не надо. А, я поняла, это новогодние игрушки. Лишь бы они не побились по дороге, ребята, вот что. Да, это новогодние игрушки. Вот такая вот красота. Покажи, Катя, поближе. Аккуратно. Дай посмотрим. Тут, ребята, всякие звездочки есть, и всякие снежинки. Спасибо огромное. Но у нас елка небольшая, старенькая, но мы ее нынче украсим красиво, я так понимаю. Давай. Конфетки. Конфетки, да, нам уже такие присылали. Деткам очень понравились. Сзади раскраска. Да, сзади раскраска. Да. Ну ничего страшного. Давай дальше. Опять Настя. Спасибо, Оля, с Антоном огромное. Просто вообще это что-то это, какой-то бум. А мне? А мне будет? Сейчас, подожди, я что, виновата, что ты все маме достаешь? Ты же сегодня у нас распаковщик. Я только думала это купить себе. На кухню. Держи. Ребята, это набор с ножами. Я потом отдельно открою обязательно и покажу вам. Давай дальше. Маме. Нет. А, кому написано? Оксане. Свете? Свете? Нет, ты читай. Покажи, покажи. Да, Ване. Ване написано. Сейчас мы распечатаем и посмотрим, что же там для нашего Ванюшки. Ой, это ему большое, но это ему на вырост. Очень хорошо. Кофточка такая классная. Нет, это Ваня. Потом еще одна кофточка вот такая спортивная. Ванечка подрастет, мы сейчас приберем, подрастет, потом будет носить. И вот такая вот кофточка. 122 ростовка, но она ему еще большевато будет. Ничего страшного, Ваня на вырос будет. Это я посчитаю Света. Да, это Свете. Сейчас я покажу, что там, и потом мы уберем. Света придет и посмотрит. Вот такая вот Свете кофта и пришла с капюшончиком на замочке. Очень красивая, такая мягкая. Света обязательно со школы придет, померяет, и я потом вам фотографию вставлю. Огромное спасибо всем. Если будет Егор, пусть он откроет. Егорка, иди открой тут посылку. Написано, чтобы ты открыл. Иди ко мне сюда. Если будет Егор, пусть он откроет. Да. Не хочет Егорка. Ну ладно, ребята, я открою, а Егорка будет здесь стоять. О, тост. Что это? Тостер. Тостер, да, написано. Слушайте, ребята. О, хлебушек. Егора хлебушек, да? Дай мы откроем. А, ну ладно, Катя принесла уже. Покажи, папе, покажи, дай. Папа. Так, дальше опять написано Насте. Давай. Что-то Насте нынче очень много. Давай, дай, Егор, я открою, посмотрю, подожди. Мама, вместе с весельем... Зря не пошел, да, сам открывать? Не хочу снимать. Давайте, ребята, я отдельно покажу всю технику, которая пришла. На, иди посмотри, на, Егора прямо аж это заинтересовался. Написано опять Насте. Катюша тоже к нам присоединилась. Катя, поздоровайся. Громко скажи. Классненько. Да. Ох ты. Ребята, это аппарат мерить давление. Вот такой вот аппарат мерить давление. Спасибо огромное. Вот как раз буду мерить. А то у меня последнее время постоянно. Егор! А тут для тебя. Ну, для тебя посылка. Иди сюда. Ясно. А спасибо скажешь? Спасибо. Сейчас я открою, покажу.
Егорка, смотри, какая классная футболка. Он ушел тостом заниматься. Ему тосты больше важнее, чем все остальное. Поэтому прошу прощения. Вот такая вот футболка. Егор, смотри, красивая футболка. Классная, да? Егор, тебе джинсы прислали? Вот такие вот джинсы классные. Давай я покажу сюда, раз ты уже распечатал. Ой, а это что такое? Понятия не имею. Оно просто расстегнулось. Вот такой вот тостер, ребята. Мы еще не знаем, как им пользоваться. Мы потом у Оли обязательно спросим, как им пользоваться, да? Ну, ты знаешь, как? Так, на, Егора, это тебе. Потом я померяешь и сфоткаем тебя. Тетя Оля отправим. Спасибо Маша. Огромное. Маша, так, это я прочитала. Это Маше пенал для школы. Сейчас посмотрим. А я тоже в школу хожу. Ты тоже в школу ходишь? Да. Сейчас мы откроем и посмотрим. Вот такой вот красивый, ребята, пенал. Мне кажется, там что-то есть в этом пенале. Да, ребята, тут карандаши с ручками в первом отсеке. Так, во втором отсеке у нас идет фломастеры. Это для Маши, почему я вам должна. И в третьем отсеке тут идут уже много всяких аксессуаров. Мы потом обязательно Маше это передадим. Дальше пакетик потом положи, это все для Маши. И вот это вот тоже туда положи для Маши. Это, кажется, все это елочное. Так, да, это для елки. Так, девочки, вот это приберите, пожалуйста. Сейчас мы распечатаем. Здесь, ребята, вот такая вот верхушка для елки. Спасибо большое. Как пользоваться? А, инструкция есть, но очень хорошо. Вот такая вот. Оно под тематику вот этих вот игрушек новогодних. Огромное спасибо. У нас тоже игрушек новогодних нету. Оксана, так не зайдет. Следующее, что у нас здесь Оксана достала, это крекер. Вот такой вот. Вкусный крекер. Нам наподобие уже присылали. Очень вкусный даже был. Какие? А вот эти вот крекеры. Да. Давай, Оксана, Маша, дальше. Маша. Так, Маша. Шапочку вот такую вот красивую для Машеньки отправили. Обязательно Маше передадим. Все, Маше в пакетик положим. Спасибо огромное. Дальше. Это что? Настя. Что тут нынче очень много, ребята? Это вообще неудобно. Я, по идее, обычно не даю свои размеры. Потому что я согласна, чтобы детям отправляли, но не мне. Но все равно огромное спасибо, это очень приятно. Вот такая вот теплая кофта. Знаете, такая-то нежная, приятная, как флисовая, что ли. Очень классная. Спасибо огромное. Обязательно буду носить. Ого. А кому там не было написано? Нет. Сейчас буду. Нет. Так, ничего не написано. Не знаю, но потом спрошу. Но мне кажется, это Свете, потому что размер 39. Вот такие вот ботинки зимние, скорее всего. Очень классные зимние ботинки. Мне кажется, это Свете, потому что 39 размер. Дальше. Давай, подожди, Оксана. Так, опять Настя. О, спасибо огромное. Нет, там ничего нет. Так, что-то бумажек столько накопилось. Я даже боюсь смотреть, ребят. Футболка. Вот такая вот дома носить. Очень классная футболка полосатая. Спасибо огромное. Так, девочки. Потом дальше. Вот такая вот футболка, как туничка идет. Такая красивая. Подожди. Очень красивая. Спасибо большое. И еще одна даже футболка. Вот такая вот красивая футболка. Спасибо огромное. Давай. Что там написано? Что такое? Где? Вот тут, ребят, ничего не написано. Но размер 40. Это, мне кажется, тоже Свете. Вот такие вот сапоги. Спасибо огромное. Но они теплые. Вот эти вот теплые.
Потом Света придет, обязательно померяет. Я себе достала. Оксаня, Оксана наконец-то нашла себе. Долго и упорно искала. На, распечатывай. Показывай, что там у тебя. Оксана долго и упорно себе искала. Что это? Джинсы для Оксеньки. Вот такие вот классные, стретчевые тоже немножко. Джинсы, спасибо огромное. Еще одни джинсы. Такие серые, тоже немножко стретч. И еще одни джинсы. Оксана, теперь ты у нас моднявая девочка, да, будешь? Вот. Да, и бумажка. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте дальше. Ок. Так, ой, тихонько. Так, это что написано? Насте, 41 размер. Ого, ребята, огромное спасибо. Такие классные. 41 размер. Я обязательно померю и скажу, подойдут они мне или нет. Ну, классные, спасибо огромное. Давай дальше. Опять Ване написано. Вот видите, как хорошо, когда написано, кому что отправлено. Уже не перепутаешь. Ой, слушайте, тут так много футболок кому. Давайте посмотрим, какие же тут футболочки. Вот такая вот красивая футболочка для Ванюшеньки. Дальше. Вот такая футболочка красивая. Ну, мне кажется, они даже еще на Марину пойдут. Вот такая вот футболочка красивенькая. Прям такие это все приятные. Такая вот футболочка. Столько футболок Ване. Вот такая футболочка. Вот такая вот даже сейчас уже Ване, мне кажется. Слушай, у нас наподобие, смотри, Катя, есть футболка, да? Да, у нас наподобие есть футболка, по-моему, у Марины. Маски. А, у Маши. Да. Вот такая вот футболочка красивая. Это, кажется, все мои не подойдут. Да. Ну, мы приберем Ване на вырост. У Марины и так футболочек хватает, а Ванечке надо. Ой, какая классная, яркая. Вообще яркая, да? И вот такая вот футболочка. Спасибо огромное. Все, что большое, я приберу все это на вырост. Настя. А ты откуда знаешь, что это Настя? Да я прочитала. Да, ты что? Ты прочитала? Да, опять бумажка Насти. Ребят, что-то нынче посылка не для детей получается, по большей части, а для мамы. Спасибо огромное, просто неловко становится из-за этого. А, тут уже пакетов столько. Так, сейчас будем смотреть, что же здесь. Вот такая вот кофта с таким интересным воротничком. Огромное спасибо. Вот такая вот теплая кофта у нас будет. Так. А это штаны теплые. Вот такие вот теплые штаны. Спереди и вот так вот сзади. Огромное спасибо. Классно. Они внутри с начесом, ребята, вообще классно. Спасибо. Давай. Спасибо. О, все, посылка пустая? Ну вот, видишь. Так, а тут не написано бумажка кому. Наверное, мне. Нет, 38 размер. Да. Тебе, наверное, маленький будет, а Кате большие. Вот такие вот, ой, ботиночки пришли. Ну, вот, не знаю, Света померит, посмотрит. Нет. Это зимние ботинки. Не знаю, кому подойдут, из ребятишек кому-то все равно подойдут. Вот такая вот была посылка. Вам понравилась? Да. Спасибо огромное. Дети очень счастливы, очень довольны. И хочу сказать огромное, преогромное спасибо Оле с Антоном. Столько всего неожиданного отправили. Спасибо вам большое. Дай Бог вам крепкого здоровья. Ну и на этом я скажу всем пока-пока. Катя. Чего?